Уважаемые пассажиры, во время окончания посадки, а также номер выхода на посадку на ваш рейс указан на вашем посадочном талоне. Во избежание опоздания на рейс просим вас заблаговременно пройти контроль посадки. Здравствуйте, друзья! Рады видеть вас на нашем канале. В этом видео речь пойдет об очередной новинке от российского бренда 545 Design – транспорт Suzuki Kargo Plus. Она разработана по заказу представителей силовых подразделений для транспортировки большого объема экипировки и снаряжения к месту дислокации. Сумка полностью адаптирована под те жесткие условия, которые могут иногда возникать при взаимодействии с военно-транспортной авиацией. То есть в ней заложен многократный запас прочности в сравнении с гражданскими образцами. Сумка выполняется в двух цветах – в цвете койот и черном. В качестве материала применяется высокопрочная ткань кордура 1000 денье. Общий размер сумки составляет 50 на 100 на 40 см, что делает возможность распределить ней груз объемом до 200 литров. Вход в основное отделение закрывается при помощи клапана и надежной молнии YKK, которая дублируется специальными стропами с регулировочными пряжками типа Fastex. Кстати, практически все молнии, которыми оборудована сумка, имеют специальные кольца для закрепления небольших замков и пломб. На верхней части клапана есть два прозрачных кармана для размещения различных предметов административного назначения, документов, карт и прочего. Также по краям клапана пришиты две длинные ручки для переноски. Внутренняя часть основного отделения оборудована стропами Mallet для закрепления дополнительных модулей, а также контактным полотном, при помощи которого устанавливаются две съемные перегородки. Дополнительную жесткость конструкции сумки придают два карбоновых стержня, которые фиксируются внутри сумки при помощи специальных гнезд. На внешней части сумки есть 5 многоцелевых карманов, куда можно паковать вещи первой необходимости, и еще одно продолговатое отделение для размещения небольшого штатива, либо шансового инструмента. Для закрепления патчей идентификации предусмотрены велкропанели. Для удобной переноски и загрузки сумки по всему периметру пришиты крепкие удобные ручки в количестве 8 штук. Нижнее отделение сумки предназначено для размещения нескольких единиц стрелкового оружия. Во избежание перемещения оружия внутри отделения, оно прижимается специальными ремнями, пришитыми к днищу. Отделение закрывается на мощную молнию, которая дублируется стропами с регулировочными пряжками. Одна из самых главных деталей Kargo Plus – это сверхпрочные колеса, подходящие для большинства типов покрытий. Для большей надежности колеса имеют специальную защиту в виде полозьев, благодаря которым при необходимости сумку можно волочить даже по ступени. Все углы сумки и дно оборудованы специальными накладками, создающими защиту при падениях, а также при соприкосновении с выступающими предметами. Торцы сумки имеют жесткие пластиковые вставки, придающие ей большую прочность. Для устойчивости сумки в вертикальном положении ее торцы оборудованы небольшими упорами, которые можем также использовать в качестве монтажных креплений, если сумка применяется в виде дополнительного контейнера на технике. Чтобы при необходимости вы могли транспортировать сразу несколько сумок, в комплект каждой прилагается специальная усиленная стропа с пряжкой Fastex. При помощи этой опции можно образовать своеобразный состав, с транспортировкой которого справится даже один человек. Сумка Kargo Plus может применяться не только специалистами в военной сфере, но и любителям стрелкового спорта для выезда на соревнования. Товар же в продаже, спрашивайте в нашем магазине, пишите комментарии, ваше мнение. До новых встреч!